Не думай, что Калик. Я комментатор по бою матча. Ой-ой-ой. Там моцарелла как-то. Где моцарелла, блядь? Ты комментировал матч, брат? Нет. Серьезно, Крисик такой оказался? Да. Ой. Моцарелла. Моцарелла, чистая. Вот тут. Что, идем? Да, да. Посмотри, Серега. Нет. Да, да. Собачку играть. Шарик, смотри, смотри, смотри. По ногам давай. О, тебе за такое надо. По губам. Не, наоборот. Ну. 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 Да, да. Давайте как. Ну, как ты поставишь? Маленький вам. Ну, наденьте. Где вы ставочки строгать? А это мясо в ноль нахуй. Вот аккуратнее. Мы с Димасом. У нас здесь сильно не бьет, надо закатывать. Да, вот там кальян. Короче, тупо на входе. Не, мы не бьем сильно. Тупо на входе, да, тупо. Там он расскажет. Я не знаю, что. Может, по верить честь? Я не знаю, что. Может, по верить честь? Нормально. Да. Давай, давай, мясо старое. Закатывай, закатывай. Давление, популярный аппарат.
Ребят, старому поплохело, давление скакануло. Мы хотели повторить такое, но... Че, вообще в ноль уносим? Ну, это шучка получше, чем... Витя Копайка, да-да-да. Здорово, товарищи! Были. А вы что, встали? Пошел, что делать? Нет, сначала это было... Ну понятно, не, ну да, типа. Я не знаю, почему так, она прям да, почему она сюда ведет? И еще рядом, рядом отель, в котором обычно все спортсмены останавливаются, после всяких эпицентров. Вот, это должно быть было. Да, скорее всего, я была там. А потом уже ведь всякие. Йота арена еще была в Кирпате. Подарок залетел бешеный от Вади, ребята, просто бешеный. Ребят, тренажер для остеохондроза очень жесткий. Ну и будет ощущение, просто хоть минимальное будет. Давайте до трех. Давайте ближе к нам. Давай, ладно, давай. Все, идем. До трех, да, играем? Ебать, крестьян, ебаны! Да, да, это серьезно. Оп, ты слышишь? Блять! Бля, хрюшка! Ой-ой-ой! Блять, вообще просто деревянный. Как будто когда у меня высоты не хватило. Деревянный я. Где пшикалка? Я подзабочусь, наверное.
Давай, давай. Пенальти! Пенальти! Ты чё, я в нас не трону, бля! Чувак, ты мне подбил ногу! Мама, что ты делал? Пошёл! Ты хочешь туда стулья поместить? Я вот думаю, можно ли туда или нет. О, блин! Ну, это было бы вообще идеально. Да, можно лежать. Давай. Вадим, ты бери чёрт. Ну, знаешь, вроде нет. Прекрасно. Ну, на самом деле, возможно... Чё мы выберем? Ты будешь 8 минут, так скушать? Повтор. А кто смотрит? Нет, ты жестко сказал. Я в камеру играл. Можешь играть? Игру камеру в эту. Мяч играл. Смотри, что чат пишет. Какой мяч? Какой мяч? Я не говорю. Желтая карточка. И мяч, говорю, сделал. Ну ладно, давай желтая карточка. Ну, блядь, такой актер! Блядь, такой актер там упал, блядь! Все свои, блядь, можешь сказать просто, блядь. Да и смысл почем знаешь? Который делается более организованно, у них очень большой спец. И... Всё, блядь! Я не понял, что ты говоришь. Чё, как там? Надо отключилось. И это тоже такая нестандартная история. То есть из индивидуальных, айфон тоже, это еще и с дропсами. Чуть заиграл на дропс. Ты что, ты видишь? Дрю! Да? Я в теннис, не сними настольный. Так мы в футбол не доиграли. Мы вас выиграли, блядь. Выиграли. Ну, дайте еще один шанс. Я не был, но я Давай на бах. Давайте ваш мяч и заново.
по обычному рублей. Кент ушел с поля. Нет, че ты докопался, нахуй? Чуть. Еще на одного, давай. Давай, дай шанс второй. А еще это другого? Давай. Дайте шанс, парням. Да, какие нули вообще? Ваш мяч, давай. Ваш мяч. 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 Я не хотел закрыть. Надо сохранить. Тебя смотрю, это сильно. Да, ну вот, приятно. Может, когда тебя тут спасибо. А, серьезно? А, блин, ну что ж, привет, привет. Да ладно. Никогда не повторяйте этого дома. Ой, так, может быть, тебя не факт слышат, но, скорее всего, услышат. Слышишь? Все очень переживают, поедем. Да, да, конечно, мы там... Видите, нас было трое, осталось двое. Одного съели. У нас все четко. Это как тут никого нет вообще, не знаю, здесь звук. Давай, ребят, найду с этой выключил. Я выключил вот эту. Юрий, если хочешь звук рубить, там, ну, я не... Да, если захочешь. Там просто... Ты хочешь посидеть? Сразу давай. Давай, давай. Жора, показать на шею. Пересмотреть надо. Там жестко, Паша, смотри. Ну-ка, там вообще сильно. Там было жестко. Тут без звука, кстати. Смотри, какой угол. Сейчас все по чам будут, значит. А у нас мы захлопали, как бы, попозже. Они не поймут, почему мы хлопаем, понял? Понятно, поймали, все нормально. Жестко, парни. Все. Для вас, ребята, гол был. Че, еще решающий, мне кажется? Самый решающий. Давай, накатили. Я тебе покажу реальные пути. Газетка, смотри, мы типа сейчас не около не играли. Мне кажется, уже даже не играют. Мы не играем за меня, не играют типа. Мы играем в розетку. Давай сейчас оставлю список того, типа, что мне кажется, можно было бы типа оставить. Ой, ноль вообще, я. Я сейчас ухожу.
Соревнования делают нас лучше с каждым днем, понимаешь? Я тебя просто унесу как девочку.